А это нахуя привели? Не надо, там парни точно не изучаются. Мы уже не пытаемся. Понял. Ноль шансов. Бля, как, блин, не знаю. Такая стрёмная трения, она так долго стакается. Мобов с пули. Это не я был. Обмен. Очень грустно, что так получилось. Вон, дай, на Геру, блять. Надо убить Чоколата. Не, вет... не, не надо ветер в него. Дай убить. Когда Гера. Блять. Всё сосать, блядь, сука. А чё, фрик? Надо тебя убить было, ты же без гиры остался бы. Да, пока дочистили, блядь. Ну он да, мы тут 10 сдох. Минут, блядь. О, может быть и не умер бы, тогда грустно было бы. Что лучше, я тебя убью или суицид? Суицид. Понял. Почему, блядь? Ты знаешь, где я вырос? Куда они побежали? Да. Мне кикнуло через сторону вообще. А, туда скелет этот под фиром убежал. Грипп через зэп. Бля, пиздец, нахуй. Что происходит? О, нас хупал, ББ, блять. Убивать его, блин. Да мы потом... Не надо, пожалуйста, не трогайте его. Контроль все, спал. Ёб твою мать, теперь на мне нахуй. О! Так, блядь. Я нормально захожу. Я убегаю. О, привет, что ты тут делаешь? А, сосна. Сука, выжил. Лалка. Сосай, лалка. Что ты? Блядь. Да, блядь! Не башьте, не башьте. Хорош. Молния, хорош. Я понял одну вещь, кстати. Я вспомнил, как я раньше очень часто и очень сильно рейджил. И понял, что Кирилл просто зависим от рейджа. Понял. Вид наркомании. У нас РЛ наркоман. Получается. Может быть, фрик? Смотрите, как он продал. Да не... А чё, он же в это, он урем же в Синга бежит. Трога, а то деда видится. Чё он делает? Да, блин. Я только щит снял. Блять, какой это вар-пацифист, блять. Контроль. Дед обидится, как дед, хуйня, может, блядь. Как дед может обидеться? Чё, блять, на поминки не позовет? Кто это такое стоит? Опасное авто. Стоит, не мешается, что ли? Смешная была, блядь, смеялся один Азерона, нахуй. Ильт. Надеюсь, вы готовы? Здесь рестлинг готов. Надеюсь, ты разрывные шутки. Что за гильдия прогресс? Отставим. Какой прогресс? Не бейте, дайте на пули. Молите, чтобы ДК зеленку нажал. Нет, какой-нибудь рандомный момент и не словил эту штуку. Какую? Как думаешь, какую? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я серьезно не знаю. Я тоже. Я что, хилю здесь? Когда его углы буки дают, и все мобы срываются, но... А, боже, похуй вообще. Купола, ну... купола, заливаем, заливаем, заливаем. А второй по агро пока что не я, но пока что жалко. Да нет, тут таргеты что-то в кастах стоят. Обливион хоть чуть-чуть бегает по кругу. Ты их не видел. ДПСим, ДПСим, ДПСим. Хилим, 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 хилим. Насосать сюда. Распылить, распылить, распылить. Так, а подрубочка была? Была. Есть, на месте. Хорош.
Здесь у меня есть фанбой. Мы будем пересматривать. Я сам сижу. Ебут, ебут, help, help, help. Блять, мне ветерки на самом деле новые не нравились, они какие-то супер огромные были. А, мы ж еще не разу с новыми ветерками не пиздили, сейчас попиздимся. Угу. Кстати, к фрикам вверх с ветерки. Только не прыгайте туда, пока я рыбу. А мы сейчас скелетик. Он смог переиграть скелетика? Чтобы только он его грипнул. Пиздец, аутгрипнул! Аутгрипнул! Так, что я 3 минус тапаю? Это смешно было. Я не буду бить. Я про деда и поминки, что не смешно было? Тоже неплохо, это тоже мне понравилось. Кстати, не бейте, если дайте 3 минус тапать. 14 таков. Пока этот, 2 из 2. Так смешных. Пиздец, не промахиваюсь, получается. 3 из 3. Смотрите, тут, блядь, на полу, в этой вот хуйне, возле которой сова стоит, тут написано от админов Сируса какая-то хуйня. В скобочках, ублюдок, мать твою, ты с дури решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Озерона. Озерона. Все подли на фон. Что? 3 из 3, это я ХБ в кош попадаю. 3 из 4. Да. Это не шутка была, алло! Лимит закончился, видимо. Чё, как там снизу? Вот это, чё там саппорт надо на оперу? Не-не-не, все ДД прямо. Саппорт это я. Закиньте мне в пати Орионыча. Там надо этого сумануть, слякать. Пати там раскидайте нормально. Реально, хочешь раскидать нормально. Еще надо вот это вот. Глитору сумуните. Лол, посмотрите, новая моделька ветерка. Я думаю, это уже лишнее. Ладно. Как по мне, это 4 из 5. Да не. Да не нормально был. Ну, кстати, вот эта моделька. Подожди, стой. Норм. Феникс и Рейлиц, второй статик. Это уже хорошо. Это уже неплохо. Блять, и в духи там, кстати, не забудь всякие бахнуть. Реально, кстати. Бахнул духи. Есть духи на СП, да? Есть. Это зеро не трейд. Могу на АП дать, кому надо. У меня много там, тем более, почти последний день. Если что, еще потом дам. Лавку бафни. Давайте там бахать и фласки, эти масла там вообще не помнятся. Давай. Когда в конах играл, у нас Кетлер продал челу. Кому-то, я не знаю, под пивас. 50к голды. Чел на следующий РТ приходит. Бля, у меня голда из инвентаря пропала, украли! В казе, знаешь, что случилось? Он это, вечный фейерверк за 50к купил. Чё, рестлинг готов был? Блять. Рестлинг готов? Ауру. Блю, забери темную. Третью, да, рестлинг. Всё. Всё, запускать? Блять, я столик ставил, мак. Похуй. Жми. Похуй. Тык. Так, я запускаю. Три. Когда не ем их. Два. Один. Запустил. Обруты на арене поставишь. Камни, да, да, да. Глю, выпей банку. Уголку ставлю. Убирайте. Нажмите, я боюсь из инвиз выйти. Бам. Бля. Повезло. Сука, обзор такой хуёвый тут. Тут у всех плохой. Ну, почти. Зато у нас теперь плюс один джис. А, ты джикса себе сразу сделал? Хорош, реально. Да. Это за один день? Да. Что делать? Да. Чё джикса делать-то? Его же легко. Да впаду, не? Я очень быстро
Ну там, на самом деле, типа, если тебе выпал быстрый рецепт, вообще похуй. Слушай, ну, кстати, то, что вот с выпаданием, блядь, я на шамана до сих пор, блядь, не могу выбить этот сраный рецепт. Ты где, там на библиотекарях эти фармишь? Да, да. Да сходи один раз в Ульдар. Да не, пошел, короче, балл, просто, наверное, на третьем или на четвертом обе такая схема джипса, такой, блядь, заебись. И мне просто повезло, что у меня друид, он алхимик, я весь сранить смог в титан захерачить. У меня шаманка, это, блядь, горняк, которая смогла. Так, все, да, все, какую пиздим я забыл? Тихо, тихо. Эльфиру. Эльфиру. Рослин. Фуй, ебать, он здоровый. Он не двигается, кстати. Так что... А то это сразу... Серый. Синку. Там три ветра. Рослин. Надо мне, Хокуаплю и Вольфьюри. Это огромный. Окей. Двое рядом там есть, Глю. Вот я Углю возьму. Надо Хокуаплю и Вольфьюри. Вносите им, если что. Хаку есть, Вольфьюри остался. Угу. Рослин. Все хорошо. У всех есть ветра, все подходите к своему. Там гнева разбили. Сингсон. Хорошо. Не случайно дал щитник. Кас, зашли. На пулевой мобов. Ой, меня что ли? Сори. Я на пол искал на пол. Танк подним. Зеленый. Так, Хаку надо... Надо будет Фьюри. Синг. Это для... Синга там много. Там еще шоколадь возьмет у него. Как в прошлый раз. Фьюри. Я вынесу. Так, Хаку надо. Синг. Блять, насрал. Ориона. За миликов-то, если вы не заберете его сейчас, понял. Ориона! Это миликом реально ставьте, аккуратно пока. А на Хаку, если что, там найдешь либо ветер у Стингсонга, либо глубанешь. О, в него прилетел. Кас, зашли. Так, мы бы напуливаем. Да, блядь, почему меня всегда убивают? Вов тут. Шофёр под меня взял. Ну да, десертиво. Хаку надо. Мне, но я могу этим стать с крестом. Угу. Я себе могу заберу. Справа, тут есть еще. Во, это тебе. Хорошо. На Хаку и... Надо вот Фьюри и Хаку. Хаку еще может глубануть, у него все еще есть глубан. А, если я его вынес. Все, Хаку глубанешь, если что. Мобов на поле будет. Начни терять мобов. Там скоро каст, я уже фермал. Рестлин. Каст. Зашли. Купал. Хорош. Отбивайте. Фирайте мобов. Я не могу напулить 10 секунд. Забери, если можешь. Фирайте мобов. Ты я можешь напулить на пуль? Тут вообще сама будет фира. Бегают. Я напуливаю. Бэр хаку, если можешь. Бэр хаку быстрее. Ну давайте просто. Зеро на ветер. Ну, танк сложил. Full damage, давайте 500 тысяч, может, добьем. Или не добьем. Или добьем.
200. Грустно. Да. Почти ферстрай, чё? Сильно. Ай, бля. Вот что-то по боссу начали меньше играть, по ощущениям. Конец. Я на пуле его бегал. Ну прикольно, блин, нормально так, да? Ну терпи, прям реально прям нормально видно. А чё я сложил, не прохилили, не дохилили, типа? Не хватило, да? Ну... Или просто хорошо ёбнуло? Да нет, там не прохил был. Ну там танк, там танк. Я охуенно был, долго разбирался, какого хуя мне не ставится метка. Блять, с этими я не ставлю. Синк, шкаф. Неприятно. Давай выйдем. Танк, блядь, давай, выйдите все сюда кулисы. Какой им надо, блядь, 260 нахуй, чтобы рандома не было, блядь. Да, тут не рандом. Да не, ну типа я тоже не выиграл немного. Просто надо было Дину на хп дать. Не, в том числе есть, если все слепящие пойдут в танк, например, ну. Я просто переебал, но у меня два моба на мне было. Не, ну хороший пул, хорош. Я добил. А не хуйня пул. Самая дичь это когда ставят трапу, кастится слепящий в танка, и эльфира кастит танк. Там просто задей. Сейчас еще веселее, БР у нас нету, так? Ничего у нас нет. Или был БР, не было? Был и БР, и СС, и ты встал. Да, все, теперь весело будет. Че, пока 10 минут? Да, так убил. Не, было бы красиво с первого раза, блядь. Симку прибыл. А Гера у вас от КД шлась? Да. Да. Когда вот поточки не нажали все? Ну, в плане на вас. Да 250 тысяч то много кто не нажал, че. А там скажите, когда до боя это выпить хуйню все? Да, нет, только не на надо, бою. Не работает, нельзя тут. Тут комбат вешается, как только я запускаю. Он без припадок. Я, ну почему об этом на мне будет? Я бы добил бы эти 250 тысяч. Эти духи, ну, там все дела. Вот меня вот убил, потому что я уже в конце, ну, убил, у меня все кончилось. Сидел, пукал еле. А два моба почему-то на мне были. Так, я спускаю. Я не могу всех вот только напулить. Глю, по-моему, не спал там случайно? Когда такого не было просто. Глю. Чего? По мане спугал? По мане только уже в конце, типа, когда уже танк ебанулся, когда уже мана кончилась. Ну, кстати, маны намного больше стало, по крайней мере. Ну, правильно, то, что ты в нэшке, блядь. Да. Я даже, блядь, сову не прожал. Хорош. Да, два выйдет. Сова топовая. Блядь, ну по сути нэшка надо, наверное, только в этом, типа, только в каре гер, наверное. Не, ну слушай, просто если чисто нахапали, ну вот я... Там целка, это, хватит же везде, типа, этому хапала маны. Слушай, я просто именно рераз делал именно для того, чтобы посмотреть, как мана больше ресается в Бладельфе или в Ночнике. Ну, блядь, в Ночнике, я говорю, я здесь под самый конец только по мане просел. Ну, конечно. Плюс еще две хосты, 2% хосты. А у меня сейчас хосты косарь всего. Ну, она все равно ждает нормально. Так, все, давайте тихо, сейчас побуду скоро. Геро. Глю. Синг-сонг. На зерке прям хорошо видно. Ну, да я вниз стал. В эфире. Угу. Еще один в эфире. Блять, долбоёб. Я возьму в клетках, а ты себя бери в это. А ты бери там, где ты раньше стоял. Да, блять, подойдите, милики. Там босс подвинулся. Ой, блять, еще и тут. Так, мне надо их укапли надо. Мне не надо их укапли надо. Ну, можешь, наверное, посередине вот этот взять. Чей это? Не чей, типа. Леона.
короче, хакусь, что там вот в центре, который ветер? Его возьмешь, каст. Да, его возьмешь, каст. Каст. Так, ладно, подойти. А вот ты чего сейчас упали? А, ну, хаку не блинканулся в центр. Я сказал ему. А Ури не нажал. С моей стороны умрите. Нет, Ауриф не фул хп был. Ну что в этом не нажал? У него меньше половины хп было. Ну да ладно. Хорошо, что не нажал, получается. Ну, я что-то понимал, у меня кош перед экраном прошел, блин. В этот момент еще. Ну, говорю. Там глю еще. Ну, глю, короче, взлетел на ветре, не прохилил его, а я не смог поднять его. Что значит, вы не можете этого сделать? КДМ срезал. Я в полете могу только шоком надеяться, что будет прок и еще флешки попробовать, и все. Ну, понятно. Либо есть альтернатива попробовать. Ну, потому что ты мог не сразу зайти, типа, как я. Я, например, не сразу зашел. Я подождал еще чуть-чуть. Попытался его поднять, не получилось, ну как бы вот. Бывает. Ладно. А внутри, наверное. До синга не достанем никогда. Не успел печь. Вставай. Быстрее будет. На, вставай. На эту сторону с молем простался. Грустно. Это было все еще на первом пыле должно быть, кажется. Я сейчас был первый пул, это такая. А, я знаю, что нам не хватило 200 тысяч баф, блять. Реально, кстати. Нашли. Порешил. Не фул баф был. Чего не было? Говного бафа. Статика. Понял. Хуесос, блять. Ты шаро? Куда Ро? У нас еще три босса после этого. Я тыкаю, чё? Да ты прикалываешься. Ладно, сейчас мне эта пиратка прокнет от этого, от лакомства. Убьем. Не блю сумоним. Слякать сумоним. Чего? Чего кого-то? Слякать уже самого. Глю, Арислин, он. Арислин, сам. Все, все это, да? Вся дорога. Так, у нас сегодня 106 рыбы. Скидки. 106 пулов есть. Нормально. 78 саппортов. Нормально. Духи, как говорится, не забываем. Секундочку. У меня есть целых ноль. Блин, у меня было раньше почти там, штук 60. Я перестал делать делики. Что на рыбу, что на кулинарку. Ури. Закинь, наверное, все-таки в первую пачку этого хаку, наверное, лучше будет тебе. Я запускаю. Угу. Грустно метить на синдерейку. Ну-ка, поставь тотемчик. Сколько? Да вообще, блядь. А я без кольца дал, бареб ебучий. Ой, я даун, блядь. Комбат не могу поменять, ебать я идиот, блядь. Фу, нахуй. А шо, что на тебе? Ну, а у тебя все это время было, да? А вот сейчас было бы неловко, если я не пришел. Чел, 200 кд уже мне кольцо не даст. Я понимаю, что не даст, но типа... Ты 200 я кд можешь, я там чуть-чуть не доиграл. Ну типа, знаешь, ну... Потому что... Ну, в любом случае, мог еще лучше кнопки нажать.
на next time поменяю. Я тоже мог. 487 было. Так, а чё мы рыбу покупаем, если спонсир? Я покраучу, у меня есть рецепт. А, не, у меня нету, стоп, я же зажмотил, да? У него у тебя есть. У него в самого все эти рецепты. СС даю. Что там его жалко? Я-то могу поставить там фишбота порыбачить. Какого фишбота? Нет никого. Продолжай КД, тупо минус статик. Да я ж пошутил еще. Боже, какой фишбот. Да, да, да. Ча, пул будет. А я обычно рыбу ловлю, когда у нас, блядь, думают брать меня на РТ. Тихо, тихо, тихо. Арсен. Серым. Арсен. Что за душка великов? Шоколадь. Мне надо, надо хаку, надо вот фи. Ладно, короче, мне и хаку приоритет. Шоколад. Эфиры. Что, у меня нет ничего. Можно мне каст? Пожалуйста. Я, если... короче, в самом углу заберу. Ладно, я заберу где-нибудь там. Мозг включу. Так, скоро каст. Уриона, Уриона, Уриона. Каст. Каст, 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 каст. Зашли. Заберите Некс. Да, ну вы. Ладно, Берни. Ну нормально, нормально, да. Пилюсь, блять, на пульте. Я на пульте. А, там еще один был, блять. Блин. Хоть сказал, какой хочешь забрать. Да, да, это мой бэк. Мой, я соберу себе. Я уберу там заберусь, что. Кому надо? Что мне? Ладно, убить. Ладно, да? Выйдите за кулисы. И там дайте что-нибудь там, кого-нибудь. Просто две слепящих подряд. Там есть. Лаки. У меня ноки, они прохи. Ну, срез. Ну чё, ну? Ну, 3-3, ладно. Ладно, можно считать, что не прохил. Да я этот... Ну, короче, я думал, Синг, ты возьмешь тот, что возле стенки. Нет, тот, который вынесли. Я думал сказать, типа, вот я в центре. Есть не меня, мне что-то не... А, у меня же масс-рез, типа, когда... Через. Не, ну доля условно 8% рандома в этом есть. Я думал, ты про долю что-то. Да, да, сейчас про меня. Что даем? Все, могу убивать, заебали. Реально. Давай пойдем немножко. Нам еще боссов другие бить реально. О, фуба. Все запускаем. Уже на первый не мог написать. Реально.
Ну, баф на мораль примерно, ну, ляма 2 урона точно добавляет. Ща еще овца зарешает. Нет. Ебать разрывная. После такого люди обычно не живут. Возможно. Чисто сосуды в голове лопаются. Человек умирает. Вообще заебись, да, по-моему. Ну, если бы еще чарка на ногах. Если бы еще чарка на ногах фуловая была. Че, до сих пор что ли, Мифа? Да, ну, блин, ну, ебаный ты в рот, но из этого проиграли уже. 200 тысяч! Вот эти 25 СПД это 200 тысяч урона. Нормально. Я, кстати, умею делать вот это. Ну, там 1500 стоит по регам. Апнутая. Так, все, тихо, пул. Будет сейчас. Потом мы отправимся к волшебнику. Вот я. Хаку в эфире глю надо. Глю не надо. Хаку в эфире. В эфире остался. Все, все, все есть. Теперь выносите просто там, где свободно. Так, скоро каст. Да мне вообще уже не пух на ветра. Каст, каст. Пошли. Сейчас надо будет... Рассин, рассин! Сейчас надо поднять будет таргет. Слякоть. Слякоть сейчас залетит очень много. Очень много слякоть залетит. Хотя не очень много. Будет больше. Я вроде на пуле, не знаю, не стоит как-то. Там моб на эфире. Чекал тебе вниз. Если еще можешь моб, который дальше стоит грипнуть, но это так. Охрена ты. Я не могу на пол сейчас скидывать, если еще мобов не на поле тогда. Так что аккуратно следить. А ветерки с виду у всех есть. Если что. Пора в блядь. Я щиток тебе сбили, возранил дал. Мобы, мобы. Не могу их напулить. Я уже пробовал. Каст, 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 каст. Напулил. Нормально так, по идее. Ебать. Ай, душим, душим. Full damage. Давай же, давай, давай. Еще, 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 еще у меня прохил, 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 быстрее, быстрее. Хорошо. Я видел, это было очень страшно. Че прилетел к вам? Кому? Будет фури летит? Тут в углу, блядь, тихо. Не, бы еще один. А, ну он тут, я наверное. Там. А, все. Че убил? У нас тут смотреть. Выйдите, выйдите за кулисы, за кулисы, за кулисы. У нас резко на его встанем просто все. Давайте. У тебя тоже когда? Да, вы просто умрите все. Быстрее, что я... Так проще. Проще встать, добежать. Да факт. Да, блять, давай ран ебаный.
Блин, я приеду к нам. За 0.8 убил его. Че там смерти? Три мусора, дивная стрела. 400 оверкил. Угу, вижу. 400, блядь. Давайте. 389 оверкил. Ну, если без глифа живешь, не меняй. А просто другое дело, что я могу обосраться и щитов тебе не успеть дать, но ты вроде так и так живешь. Ребята, я покидаю ваш статик. Какой нафиг? Я хочу под руководством некого Фиеста ходить тут, и мне надо. И сова, Войд, пошли. Ой-ой-ой-ой, под руководством Фиеста это страшно. Ну, Реслин, это типа нормально, потому что когда я пороги забываю дать, там тоже хп мало остается. Блю лучше встань, потому что тебе рыбу не дадут. У меня только фубах есть. Великого и ужасного Фиеста. Что это, девочки, снег? Он сегодня вроде его ководил. Не знаю, когда он мне... Уже смешно звучит. Смешно звучит, когда мне сегодня сказали, что гильдия Лохтар Угар сегодня пойдет в Кару Бер. Вот это было, блядь, очень. Лохтар Угар, все, да. Шоколадь, рыбу, кулю рыбу. Духи все. Чё, я, блядь, не тыхнул? Духи, да, блядь, завтра бухи все. Ну, по идее, вот так, таких тем можно избежать, если бы из дивных выбегать. Это там не сильно понятно было, что тебя ёбнут. Ну, понятное дело, я говорю, что три мусора в него стабильно вылетают одновременно. Еще почему-то ему один... А, не, мусор одинаковый, да, может. А что с дамагом, это вопрос, блин. Почему слякать и урон почти как у шоколада? Ну, потому что мне вначале три раза прилетало ветерки, фулбурст я просрал, типа. Я сначала вынес Сингу, потом этому Войду, типа. Ладно, ладно, бывает. Ты другие открой, посмотри, типа, полы. Я не могу, блять, это не босс. Это мусор. Это мусор, блять. Это чистка мусора. Ури, ури. Единственное, что я, блять, могу вначале бурстануть. Я запускаю. То, блядь, дедушку заставили побегать. Вот если мне прилетит ветер вначале, я это в 4 нажму. А с кем Глю там пиздец? Чё, это баг какой-то? Чё? Огромный тебя просто. Огромный. Он притаился. Хилил вот эти вот штучки, которые в клетках сидят, вылезут тебя пиздец. Так, кстати, вопрос. А вот эту хуйню починили? О. Ну да, в принципе, работает как должно. Я ставлю туда портал и захожу на фирму Боф или что? Кто? А нельзя же портал поставить в центр, да? Так неинтересно. Наоборот, встань в центр и нажми портал. Туда. Это чтоб снова прыгнуть в центр. Да. Ты ТСС обновишь? Еще минута. Ну, через минуту 20, я имею. Баганы, они... Из-за того, что неподвластность притяжению прилетает, когда ты в воздухе. Все, тихо. Блять, на пункте. Хватит. Арислин, блядь, ты не печати агро, что ли, или что? Да что? В него еще дивное сияние кинуло. Там все нормально. Да, это просто. А, давайте пойдем. Просто конечно. У него кастовало все время.
Как он? Я просто... Я представляю, я за ширму зайдите. Я не справляю, все время я вообще не справляю. Родимый себя не план. А как он? Ну типа, а как? Как? Вперед, переагривает босса, все. Жмет таунт. Возможно, проблема в том, что я напулил не сразу, а через 2 секунды, как мы начали. Напулил на ресли. По друзьям ты там сходишь одного. Кстати, а в кого напул был? Я мог случайно мискликнуть. Я не знаю. Если есть код, проверьте. Сейчас чекнем. А стрим же есть. Вообще, слякоть, ну, загрузишь. Слякоть, ну. Все, значит, я не тупой. Так, получается, тогда открываем штучку. Время действия бафов. Открываем Арислин. И ты не найдешь правильное неистовство. Не повезло. Да, ребята, если бы с первого пула бы убили, уже бы на молча были. Дживса бахнули. Не были бы. Да. Ну смотри, куда там пошли. Терестия на погибель, он сейчас там молча. Ой. Прикиньте, ману. Да.